Ой, солнышко. Всем привет. Поехали мы в лес. Дорога, смотрите, какая извилистая. Подышать свежим воздухом. Мы любим гулять в этом лесу. Вот и сегодня сюда приехали. Вон машинка, еще одна стоит. Грибы. Пошли, наверное. Пошли за грибами. Ну давайте проверим, пошли грибы или не пошли. Вон грибы где ходят. Угу. Что-то ведь складывают, слушай. Ну там еще можно впереди. Блин, так сегодня тут народу-то много. Сегодня выходной. Ладно. Пойдем прогуляемся. Вот посмотрите, вот этого не было. Мы гуляли месяц, наверное, назад. Кто-то специально приехал в лес и вывалил вот это дерьмо. Вам не стыдно? Ужас просто. Может, по дорожке туда и обратно по этой же дорожке? Только по дорожке, да. А то мы ходили уже по сторонам. Потом бродили, блин, тут 2 часа. Вы готовы? На встречу приключения. Ага, сейчас. В лесу хорошо. Не особо что-то мы и торопятся. Ну, поищем что-нибудь, не знаю. Может, что-нибудь действительно найдем. Хотя, если честно, легче купить шампиньонов. Стаса, может быть, сегодня шампиньонов купим, что-нибудь сделаем? Ага. Может, и найдем. Черничник уже все. Листочки сбросил. О, я нашла какой-то гриб. Нет, это какая-то поганка. Да, такой, угу. Еще какой-то он желтенький торчит. Поганки-то повылазили. Ну, тут уже звери это, наверное, растащили. Ага, я вижу. Может быть, сюда вон завернем? Или там завернем, как обычно мы ходим? Мы можем, мы сюда заходим. А нет, мы тут не выходим. Послушаем. Может, хоть тут по краешку пройтись вот так вот? Вон,
Но поганок много, слушай. Вон они. Не знаю, может, кто-то их собирает. Я такое не беру. Брусничник еще. Он, по-моему, так и уходит в зиму, зеленый. Я что-то нынче даже и брусники-то особо не видела, слышь. Какие-то отдельные ягодки. Раньше, помню, придешь, такая плантация. Сразу раз, она собирается вообще за раз. Наберешь 10-литровое ведро. Чего ты? Гуляем дальше. Сегодня влажно в лесу очень. То есть без обуви хорошей лучше не ходить, а то можно легко ноги вымочить. И погляди-ка, тут что-то кто-то срезал, такой гриб хороший. Посмотри, какая ножка осталась, да, от него. Да, был гриб. Посмотри, какой. Да. Кто-то что-то срезал, такое хорошее. Ну а что-то выросло тут, да, хорошее. Найти бы парочку грибочков, я пожарил с картошечкой. Хотя бы на жарешку. Но здесь уже хожено. Мы, конечно, за грибами не мастаки ходить. Больно-то. Но хочется, конечно. Что? Врать-то что? Кривит душой. Это вот что такое выросло. Ну, это, типа сыроежки, что ли. Наверное, сыроежка. Мне хочется какой-нибудь благородный гриб. Баба, красноголовик. Ну, или самый лучший белый гриб, но таких, наверное, уже все выбрали. Ну ладно, что делать-то? Кто хочет грибы насобирать, то надо пораньше вставать. Потому. Тут сами видели, народ есть, на машинах ездят, в лес ходят, поэтому тут уже все выхожено. А мы идти туда, где не хожено, уже после прошлого года не хотим, потому что в прошлом году мы даже заблудились все втроем. А приехали мы в конце концов просто погулять. А уж если найдем, то найдем, нет, так нет, грибы. Специально ради грибов, конечно, не ездим. Чисто подышать свежим воздухом. Вот такая всюду красота. Зелень, елочки, сосны. Ну, это больше все-таки хвойный лес. Конечно, попадаются лиственные небольшие. Вот, например, вот эти вот молоденькие березки голенькие стоят. Через пару десятков лет они уже на работу высокие. И красивые, красивые. Здесь будет намного больше листьев лежать. Все будет застлано листьями. Вот такая поверхность ярко-желтая. Как вот сейчас, например, в городе, если погулять, среди вот деревьев, все устлано листьями. Очень так смотрится красиво. Ну и зелень под ногами тоже хорошо смотрится. Вот тут у нас кустики бруснички. Кое-где и чернички попадаются. Но ягод тоже, конечно же, нет. Потому что уже не сезон.
Напоминаю, сегодня уже середина осени. Середина октября. Еще чуть-чуть и пойдет снежок. Вот здесь тоже какая-то семейка поганок растет. Всем хорошо здесь гулять по дорожке. Хоть ноги не мочить лишний раз. Хоть и в обуви хорошей идешь. Потому что даже если хорошей обуви, но не в резиновых сапогах, то промочить все равно можно. Так что лучше по возможности ходить там, где травка невысокая. Ну, если гуляешь, конечно. Когда ходишь с грибами, конечно, так не получится. Вот еще какие-то поганки растут. Такие интересные цвета у них. Вон тоже какая-то поганочка такая. Интересно. Вон их сколько. Вот это, по-моему, могу, конечно, ошибаться. Может, это и опята. Да, это опята. Опятки. Но я не знаю, как, блядь, какие ложные, не ложные, поэтому брать я их не буду. Их тоже надо уметь выбирать в лесу, а все подряд не брать. Ну что, куда мы, девчонки, подевались? А вон гуляют. Вот еще какие-то грибочки здесь. Похоже на маслята, но вижу, что это не маслята. Ну, похоже. О, вот это что за грибок? А, похож на белый грибок. Так, да, ну вот. Вот такой же, наверное. Эть. Тоже поганка. Ладно, пойдем мы гулять дальше. Кто был с нами, пальчики вверх. Подписывайтесь нам на канал на Рутуб. Всем до новых встреч и пока. Помаши ручкам зрителям. Пока-пока.